Какой чип? Ну так, международный. А что за чип? Ну, он чипированный, его можно было там в другую страну перевести. Ну это как документы получается, конечно, да? Конечно, у него же паспорт есть. Паспорт есть? Конечно. Охренеть. И как зовут его? Малыш его зовут. Малыш? Тихо, тихо, малыш, тихо, я тут. Малыш, маленький. Ой, ты мой хороший. А сколько ему лет? 12. 12 лет? 12 лет? А когда вы его купили? Давно? 12 лет. Я его купил вообще, ему было 1 месяц. Вот сейчас ему 12 лет? Да. Ни хрена себе, малыш. Он тут хозяин всей территории. Дольше меня здесь никто не живет. А купаться любит? А? Купаться любит? Малыш, смотри на меня. Я понимаю, солнышко. Ты мой хороший. Это чихуахуа, да? Да. Какой красавчик. А дети у него есть уже? Он, дети есть у него? О! Много? Просто немерено. Я вижу, парень, он хоть куда? Да, у меня иногда вырастает пятая нога. Я вижу. Потягусечки. Ой, ты мой хороший. Зарядочку утром делает, да? На спорте такой прямо. Современный. Красавчик. И что, много детей у него? Ой, тут кубинцы жили напротив. И что, он там кубинскую девочку оприходовал? Во. А какую девочку ему дали? Такую же. Такую же? Да. Нашли ему подругу? Ага. Такую же? Да, чихуашку. Чихуашку? И что, они там подружились? Ну, значит, подружились. Она два раза рожала, по один раз трое, другой раз пятеро. Серьезно? Да. Так у вас была украино-кубинская дружба, да? У Винкома чихуашка, Машка, он ее всегда привозит на службу. Да? Да. А, наш друг узбек? А? Наш друг узбек? Ну да. Он Машку привозит на неделю здесь. Она поживет, пока они... А как они с большой собакой дружат? А? Он с большой собакой дружит? Не, он дед. Он дед? Это дедовщина. Он дед. Малыш. Рекс. Малыш. Младше его. Малыш. Маленький ты мой. Маленький. Ты моя бусинка. Он Рекса строит. Да? Ну, что, он же тут... Дед. А котов не гоняет? Котов не гоняет? Нет, он наоборот, он их собирает. У меня маленькие сейчас там котята, четверо. А, подожди, а узбекская сучка тоже рожала от него? Конечно. Сколько раз? Раза три, наверное. Раза три? Да. То есть я уже насчитал пять раз у него, от него роды были, да? А если не больше. Настоящий бык-осеменитель. Молодец, настоящий мужик. А он слушается? Понимает все? Во, вообще все понимает. На каком? На русском или на испанском? На каком хочешь. На всех языках, да, понимает? Да. Ладно, друзья, это был наш друг Малыш, чихуахуа, 12 лет. Не забывайте подписаться на этот канал, ставим лайк, колокольчик, делаем черного цвета, пишем комментарии внизу, делимся роликом с друзьями, обязательно подписываемся на этот канал. Всем горячий доминиканский привет с Карибских островов. Малыш, посмотри в камеру. Тут сейчас у нас солнышко, он не хочет глазки открывать. Он еще спит, у нас раннее утро. Но он очень любит любовь и ласку. Очень любит. Он расист. Расист? Не любит? Не любит? Не любит черных? Да? А, черных людей хватает за ногу. Молодец. Все собаки российские. А Рекс вообще, если его выкинуть, он принесет тебе какую-нибудь гаитянскую ногу. А котов не гоняет этот маленький? Нет. Они все любят свои.
Любите... Окей, сейчас, секунду. Друзья, любите животных, любите собак, наших друзей. Путешествуйте по миру, будьте добрее. Всем спасибо, увидимся на краю света.